Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, сегодня покажу вам всю свою коллекцию Такаратоми. Я думаю, это будет нормально. Не знаю, сколько будет длиться этот ролик. Надеюсь, не очень долго. Начну я, пожалуй, вот с такого чемоданчика. Это у меня чемоданчик серенький. Здесь у меня лежит что? Сейчас я вам покажу. Здесь у меня лежит мой Bloody Longinus. Это у меня третий сезон. И здесь у меня лежит мой Zed Achilles. А вот такой красивый, красный, классический из арены. И... еще тут у меня есть Shelter Regulus, Blasted Genius и Край Сатан. А вот снизу у меня здесь уже лежит что? Вот такие вот. Acid Anubian, Золотой Драйвер, Кирбеус, Лангинус, Куэдзика, этот самый Фингфар и Спрайзен, который Шторм. Друзья, эта коробка сегодня здесь стоит не просто так. Расскажу вам, сейчас покажу вернее. Вот у меня тут еще есть волчки из третьего сезона. У меня здесь есть, естественно, Чузет Валькирия, Чузет Спрайзен. У меня здесь лежат эти еще Чузет Ахиллес. И пошло-поехало. Хелл Саламандра, Арчер Геркулес, Хазард Кербеус, Имперор Форнеус, Файс Фнир, который Гайст. Сприган Реквием, это вообще у меня тут второй сезон. Пока положу в бок его. Вот такие вот волчки Limited Edition. Тоже третий сезон у меня тут лежит. Феникс, который Dead, Revive Феникс. Орпегис из набора. Блуди Лангинус вот такой уникальный. Валькирия, которая Вининг. И вот такой Zed Achilles, лиловый. И, если честно, сегодня, друзья, я хочу немножко здесь сделать перестановочку. Я возвращаю... так, где у меня? Вот этих двух не возвращаю, просто вот сюда кладу вот этого уникального... красного красавчика. И забираю Zed Achilles красного, возвращаю их вот в коробку. Буду играть теперь ими. Три лимитированные версии я тоже оставляю здесь, потому что третий сезон. Пусть будет. Вот. Но у меня еще есть ребятки из рандом бустера. Это вот такая вот Ивининг Валькирия золотая. Я разобрал наконец-то рандом бустер, по порядку все разложил. Валькирию я положу сюда. Ну, потому что все, надо собрать с ней рандом бустер, пока пусть полежит здесь. Положу я сюда Твингрин Немезиса, мой первый вообще-то каратоми волчок, вот такой красивый, пусть лежит здесь. И Эклипса, давайте, наверное, даже вот так сделаем. Это вот был один их рандом бустер, почти, по-моему, предпоследний перед новым сезоном, если не путаю, а может быть, по-моему, предпоследний. Или последний уже перед новым, где был Космо Валькирия. Вопрос, что делается с Приганом Реквиемом из второго сезона? Да, наверное, то же, что и всегда. Я люблю этот волчок, поэтому я его, наверное, спрячу вот сюда вниз. Пусть мой красавчик отдыхает. Время придет, соберу всю коллекцию. Второй сезон соберу полностью. И будет у меня коробка отдельно для второго, для первого, для манги. Хочу собрать все волчки, пока это возможно. Пока это актуально для меня, положу так, что я его вот сюда, прям место здесь для него. Вот, потому что у меня сейчас до Нового года цель закрыть мои две потребности, это дособрать лимитированную версию, оказалось там 6 волчков, это получается лимитка у нас турнир, я там в одном ролике неправильно сказал, короче, Спрайзен, Валькирия и вот такой Геркулес, плюс еще идет там, по-моему, Феникс серебристый, не помню, то ли Ревайв, то ли Дед, тоже скоро получу его, и еще идет золотой Ахиллес. Это 5 волчков третьего сезона. И плюс еще у меня будет лимитированная версия. Там у меня вот есть Бушинашура, у меня она уже есть. Вот, осталось только последний. Вот такая коробка третьего сезона у меня собралась здесь. Это я тоже закрываю. Красиво так раз. А, стой, вот там еще волчки. Это у меня Крэш Игнарек. Это Блуди Лонгинус. Тоже отправляю сюда, потому что это... Кастомизит Чо ЗЦ, даже, наверное, тут уже места для них нету. Блин, а куда же мне вас сунуть-то? Ну, просто хочу реально собрать коллекцию, хочу стандартного Рактавора рыженького, когда он у меня появится, будет у меня коллекция полностью третьего сезона. А вот такие вот рандомные, они поиграли хорошо, я их собрал как надо, и, наверное, положу тоже сюда вот снизу их. Потому что... А, нет, снизу не положу, наверное, придется их положить в другое место. Ладно, фиг с ними. Здесь чемодан у меня пока закрыт. Но, так, сам себе говорю, неугомош из будущего, который ролик обязательно посмотрит. Я их отложу, пока положу их в белый чемодан, который покажу вам следующим. Значит, дальше идем.
Есть у меня вот здесь вот чемоданчик вот такой. Здесь у меня 9 слоев из второго сезона разные, да, у меня вот здесь ребятки, они просто рандомные у меня. Сюда отправляю вот эти драйверы, Blood Genius, этот Spriggan Requiem, Красотан. Этот вот, вот такой мне кто-то подарил, вот такой вот желтенький и вот такой от Genius. И я отправляю, это, по-моему, давно мне подарили подписчики на мероприятиях, спасибо огромное, что дарите. Отправляю их тоже сюда, вот так. Сюда же отправляются мои коллекционные. А, здесь еще у меня лежат 3 наконечника от Венома. Вот, смотри. Черный, белый, белый. Это один подарил подписчик мне белый, другой у меня вот, я вот так получилось, что у меня он есть. Сюда отправляются мои вот эти вот наклейки разные, которые вы дарите, которые у меня повторки, вот такие. Вот плюс карточки блогер тоже кладу в этот чемоданчик, я красивый. И сюда же у меня еще отправляются Rock Dragon, Rock и Grand диски. И сюда отправляются у меня вот эти вот 2 чувака. Это у меня Луди Лонгинус и Крэш Рактавор. Дальше сюда же, друзья, я отправляю еще кое-что. Это, наверное, все-таки... Хотя, наверное, нет, их я, наверное, отправлять сюда не буду. Не буду отправлять их сюда. Пусть пока полежат у меня вот здесь. У меня еще есть рандом лойеры, друзья, но вот такие вот у меня рандом лойеры. Это первые 2. Мне не хватает еще 2 волчка, тоже себе заказал, скоро придет. Первый рандом лойер был Багамут. И был вот такой вот Багамут, эти ужасный, и вот такой зеленый феникс. Кладу их пока сюда. Второй рандом лойер, это вот такой вот этот Эйс Джокер, Бушин Гидра, Пойзен Гидра и Рок Драгон. Все эти волчки я люблю, обожаю, но не могу я им сделать подделки, чтобы хорошо играть. Поэтому тоже сюда. И вот финальный рандом бустер. Это у нас Омнио как-то Обелиск Одекс. Это вот такой вот Эрайс Гидра. Это Джагмент Ашура. И это Рок... О, вернее, этот... Гранд Пегас. Вот. Коробочка полна. Дальше. Это четвертый сезон Гачинка. Здесь ничего необычного, я думаю, для вас. Вот Мейс Драгон, Регалия Генезис, Прайм Апокалипсис, Лорд Спрайзен, Веном и Райз, Диаболосы, красавчики. Ашура, вот эксклюзивный Ашура, которая Эйс, Ашура. Дальше Багамут, дальше Слэш Валькирия, Грант, Юнион Ахиллес. Дальше, оу, Фафнир, который Визард, Пегас, Джокер, Лангинус. Это вот стандартные волчки, которые вот стандартные, вот такие у меня есть. Дальше. И вот у нас, значит, пошли рандом бустеры. Сейчас еще вам покажу. И сегодня попозже будет еще сравнение всех рандом бустеров. Я тоже их привел, наконец-то, к идеалу. Посмотрим, поговорим о них более подробно. Поэтому пока класть сюда не буду. Вопрос в том, что мне делать вот с этими ребятами. Скорее всего, это же вот как бы они из наборов новых. Наверное, положу их сюда. Просто у меня... Или нет, в этом по коробке у меня будут только рандом бустеры. Потому что рандом бустеры у меня есть тут, получается, и горячий металл. Есть у меня 3-й сезон, есть гачинка. Тоже интересно будет их посражать, все сразу. Мне протестируем. Мне интересно. А так вот. Вот такой рандом бустер. Это вот новый, второй получается. Есть вот такой рандом бустер. Не буду вам до конца показывать. Потому что потом будет ролик следующий смотреть. Он мне особо интересно уже, я так думаю. Вот. И вот. И вот так. Вот, и вот тут еще рядышком лежит 3-й рандом бустер, который вот совсем прям новенький. Я добился нирваны, я привел их под контроль. У меня 3 последних рандом бустера есть целиком. И мне от этого прям, ну, кайфово, потому что я коллекционер, я собираю, все сделал идеально. Следующим роликом потестируем, посмотрим. Вопрос только, куда мне вон тех 3 деть, если здесь у меня будет только рандом бустер. С другой стороны, постоянно рандом бустер здесь держать неинтересно. Надо где-то еще найти волчков оригинальных купить, чтобы мне собрать мои остальные, которые у меня только что рандом лойером показал. Но вот такая, друзья, коллекция Токаратоми, плюс пускай. Или плюс пара арен. У меня есть. У меня есть черная арена, у меня есть белая арена, у меня есть арена с шипами и Токаратоми. Это все из арен. Вот что у меня есть на данный момент. Напускатели некоторые еще есть. И вот, ну и куча, естественно, подделок. Но я вот добился нирваны. У меня лежит гачинка, лежит 3-й сезон. Все остальное рандомное рандом лойеру. 2 мне рандом лойеров не хватает, и парочку не хватает эксклюзивных. Ну и, конечно, 3-й сезон сейчас собираю. Мне, конечно, еще кое-что не хватает. Брать есть 2 набора вот в новом сезоне. 2 набора гачи. Это получается набор
набор, по-моему, слэш Валькирия, там Эйс Драгон в арене, и плюс там еще набор Фафнир, по-моему, и слэш Драг, по-моему, так. Но их брать я не особо хочу, главное, что стандартная линейка есть. А так вот из тех стандартных линейк почти все у меня есть, не хватает там плюс-минус вот в Ultra Хилеса стандартных, а Лонгинусы мне подарили, но как бы я его и считаю, что вот да, он оригинальный, он классный, поэтому смысл мне покупать еще какого-то. Вот, и получается, мне осталось только из третьего сезона, ну, до Eclipse, я не понимаю, эти волчки, они странные, непонятные для меня, не знаю, я не считаю, что они какие-то крутые. Короче, Dead Hades, Вася Леопард, Крэш Рагнарёк и Iron Knight. И я иду за вами, хотя обещали прислать, возможно, пришлют, возможно, нет, или сам закажу. Сложно один из 8 рандом бустеров заказывать, ну, сложно это, друзья. Приходит... Или все, может быть, все закать рандом бустеры. Хотя у меня по 2, вот вы видели, я там отложил, у меня вот 3 волчка из рандом бустеров у меня есть. Сложно. На этом сегодня все, подписка на канал, с вами был ведущий я, всем пока-пока. В следующем ролике будет сравнение 2-3 рандом бустеров. А куда я дену-то, подожди, вот, это, вот эти 3 волчка... Ну, давай, наверное, что, положим, я думаю, сюда, да, это же гачинка, пусть будут здесь. Все, всем пока-пока.